Молодцы, ребята! Вот мы с вами. Смотри, пожалуйста.
вами упражнение. А для того вам нужно отгадать загадку. Слушайте внимательно. Формой он похож на мяч, был когда-то он горячий. Спрыгнул со стола на пол и от бабушки ушел. У него румяный бок, вы узнали? Колобок! Правильно, колобок. Колобок нам сегодня поможет выполнить зарядку. Направо. Слушай внимательно. На месте шага марш. Перестраиваемся в две колонны. Выполняем прыжки на месте. Крепко держи мячик. Начали.
внимательно следующую загадку. Вороги, стрижи, пингвины, снегири, грачи, павлины, попугаи и синицы. Одним словом, это? Птицы. Ребята, я знаю интересную игру, которая называется тетера. Тетера — это кто у нас? Ворона. Птица такая, тетерев, да? Ну давайте я выберу, кто у нас будет воротики. Пускай будет Клим и Рита воротики. Мы с вами сцепляем одну общую цепочку. Анфиса, иди ко мне. Вспоминаем слова игры. Тетёра шла, на кабаня шла, шла по кабанью, шла по кабанью, сама прошла, всех детей провела, самого лучшего оставила. Я вас сейчас познакомлю.
по очереди подбегать. Кому подбежала, нужно руки отпустить, чтобы матрешка не смогла вас засадить. Но так старайтесь играть, чтобы веревочка у остальных на пол не упала. Понятно всем? Да. Понятно. Держимся за веревочку, а матрешка показывает нам, как нужно правильно играть. Проводит вас в группу. До свидания.